помоги нам, пожалуйста. Он убьет нас. Почему он хочет убить вас? Его наняла моя мать. Моя бабушка. Она забрала Машу. Я хочу, чтобы ты ее вернул. Из нее может выйти толк. Но только не с Ольгой. И что, для этого вы готовы убить свою дочь? Если придется. Выстрелишь? Да. Нет. Да. Нет. Да. Думаю, пока не где-то здесь. Остановитесь! Стойте! Дела семейные, говорю же. Это полный трындец.